Всем здарова, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в этом топовом видео. В этом видео мы оденем такого ютубера, как Джейсона. Короче, это будет топовый видос, аккаунт у него нереально жирный, нереально годный. Ему нужен топовый сет, в котором он будет играть и записывать видосы. Поэтому не переключайся, поставь лайк под это видео, подпишись на канал, если ты еще, конечно, не подписан, и напиши самый позитивный комментарий, самый топовый. Поэтому приятного просмотра, погнали! Итак, ак Джейсона. Очень всегда было интересно, что за аккаунт. 70-й левел, все пропуска, мастер. Сколько у него не чекнул? 3240. И у него 442 медальки. Это значит, что он открывал лутбоксы, которые в конце пропуска выдаются, по 25 медалек за один лутбокс. И очень интересно, выпал ему мотоцикл. Моцик ему не выпал. Понимаю. Так, короче, он играет за мужика, оденем ему топового перса. Оденем ему топового перса, чтобы он катал и радовался. Одной рукой играл, а другой слезы от радости вытирал. Так, в общем, где-то тут штанишки должны быть одни. Ну, конечно, похожий сет уже есть, но давайте все-таки я вам соберу его. Вот, это первый сет на сегодня. Смотрится очень годно, красиво, гармонично сочетается. Объясню, что в этом сете гармоничного. Смотрите, белая прическа, белые кеды, белый верх, белый низ и практически однотонные куртка и штаны. Смотрится гармонично, классно. Идем, в принципе, далее. У него, по-моему, есть зомби-самурай. Вроде бы, а вроде бы и нет. Но... Зомби-самурая нету, насколько у него шмота. Ля, красиво. Мясоруб зовет. Так. У него куплен сетик. Давайте с плащом оденем. Кстати, Джейсон этот плащ называет ковром. Так, к этому сету мне очень нравятся эти штаны. Но Джейсону эти штаны не нравятся. Но так как собираем сет мы, поэтому сделаем такой топовый сетик. Так, черные обязательно нужны кроссы. Черные, прям черные. Как приоры черные, вот такие же нужны кроссы. Так, не дичь. Ну, допустим, оставим эти кроссы. Так, вот эта масочка, но у него 100 пудов, опа, с тайного есть. Это же не за 3 чертежа. По-моему, за 3 чертежа другая масочка. Вот, за 3. Мы же масочку оставляем вот эту. И одеваем причесончик, наверное. Посмотрим, вот тут несколько рассмотрим. Это с тайного магазина. Ну, такое себе. Далее идем. Опа. Очень not bad. Very not bad. Вот такая еще кепочка. И со второго пропуска. Тут даже, возможно, мы возьмем вот эту масочку. В принципе, тоже прикольно смотрится. Красиво, мне нравится. Но все-таки я думаю, что с кроссами тут нужно что-нибудь помудрить. Ну, вот эти тоже кроссы можно оставить. Вот такой сет очень годно мне прям зашел. Красиво. Красиво. Далее идем сразу же, не останавливаясь, летим, мчим, взлетаем. Так, я, по-моему, видел этот сет у него. Так. Да. По-моему, можно собрать такой же. Вот, еще один покажу сетик, который мне тоже прям понравился. Правда, он отображает броник, но да ладно. Есть ли у него этот джекпот? Да, есть. Чекайте. Но, блин, тут у него перс. А что у него? А, Джозеф. И борода у него, ну так...
так себе смотрится. А так в целом сет очень годный. Прям красиво, красиво. Так, сейчас интересно посмотреть, есть ли у него звездный генерал. Со звездным генералом можно тоже стоять. Почему у него нету головы зомби-самурая, а есть торс зомби-самурая? А, был же джекпот, когда его зашкварили, точно. Забыл. Так, давайте что-нибудь с торсом этим придумаем. А хотя не. Покажу относительно забавный сет, но он нормально сочетается. Так, вот эти боты. И где маска? Балаклава же должна у него быть. Вот. Вот такой прикольный сетик, но сразу же скажу, что его можно заменить, балаклаву, потому что может вам не зайти. И предлагаю сразу же... Нет, оранжевая вообще не смотрится. Либо вот эту маску. В общем, тут можно взять много различных масок. Подойдут все, вот это вот подходит. Это подходит. Потом, далее, летим. Где? Вот она тоже. Тоже норм. Но я больше ссылаюсь вот на эту. Прям мне заходит. Прям ля. Красиво. Красиво. Так, далее. Чё тут еще имеется? Хм. Где-то должен быть торс. Торс обязан быть. Вот он. Так, бутсы сразу же золотые оденем, чтобы сочеталось. По голове у него, по-моему, есть топовый клоун за 3 чертежа. Джокер вот такой. Если Джокера не будет, то что-нибудь другое мы посмотрим. Нет, у него только за 2 чертежа Джокер. Ладно, сейчас штанишки подберем к этому сету.
Блин, я уже хз, потому что все, что мне нравилось, я вам уже это показал. Ох-ох-ох, сложно, сложно, сложно сейчас будет. Но давайте с Джокером что-нибудь придумаем. Что-нибудь такое, чего ни разу не показывал нигде вообще. Так, штаны сюда нужны. А, к этому сету топово смотрятся штаны одни. Кстати, неплохо, но не эти. Вот эти. И кроссы завершающие, наверное. Да, а даже и вот эти, not bad. Это дичь, но я хотел другие, вот эти кроссы. Но они обтягивающие, а Джейсону такие ей не заходят. Штаны, он как говорит, я в гейском шмоте не играю. Поэтому оставим вот эти штаны. Но оденем тогда кроссы какие-нибудь. Какие-нибудь вот эти. Вот, вот такой шмот мы оставим. Короче, пацаны, вот такие сетики мы собрали сегодня для Джейсона. Я очень надеюсь, что вам это видео понравилось. В следующем видео оденем мы подписчика. Буду чередовать ютубера-подписчика, чтобы они быть ЧСВшником с моей стороны. Вам огромное спасибо за просмотр. Кто по традиции, кто досмотрел до этого момента, пишите в комментарии «Я крутой» и два восклицательных знака. Два. Именно в этот раз «Я крутой» два восклицательных знака. Я пойму и вас пролайкаю. Лайкаю я большинство комментариев, но именно вас я выделяю и лайкаю в первую очередь. Поэтому всем огромное спасибо за просмотр. С вами был ваш Даваска. Огромный вам респект. Всем спасибо. Всем пока. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Ты поставил лайк? Поставил? Не поставил? Чего не понял? Не встать? Вот тот же. Не ставит, представляешь? Нет, я сейчас могу встать.